Продавать машины в GTA Online не только интересно, но еще и очень выгодно. Многие игроки поняли это уже в 2013 году, когда стал доступен сетевой режим GTA 5. Сейчас, в 2024 году, в GTA Online гораздо больше возможностей по угону, доставке и продаже авто. Во многом стоит сказать спасибо последнему вышедшему обновлению авторазборка. Именно в этом крупном дополнении для GTA 5 у игроков появилась возможность стать владельцем утилизационного цеха и совершать 3 автоугона каждую неделю. После чего все добытые машины можно сразу продать или разобрать на запчасти. Чтобы всегда быть в курсе новых дел и способов заработка в GTA Online, следите за новостями на сайте gta5.su. You know what I'm saying? But bro, seriously, thanks for the Pegasi.